Сегодня будет, наверное, заключительная серия выпусков о войне с соседом в приюте собаки Семашка и взаимоотношения с администрацией и так далее. Чтобы в итоге мы пришли к тому моменту, как дела сейчас обстоят и вот как бы до этой ситуации дошли. То есть мы понимаем, что далеко не все отслеживают уже на протяжении нескольких лет нашу страничку в Дзене, поэтому мы рассказываем очень коротко вот в таком аудио-видео формате. Итак, следующая отметка очень важная. Это было 19 марта. Приют для собак. Вместо штрафа волонтеру почти почетная грамота. В тот день волонтер Марина Бельдяева была в исполкоме на комиссии по поводу щенков. Предрекали штраф. Пошла, рассказала все, как было с полицией. Показала прививки, паспорта. Перед этим сделала фото разгромленной будки. Лапки дико, вольеры с будками и мордахами от кормленных собаней. Думала, что придется, как говорится, отстреливаться и ругаться. В общем, вместо штрафа хозяйке приюта чуть грамоту с медалью не дали. Комиссия была удивлена действиями полиции и госветклиники. Не зря полгода оббивала с единомышленниками пороги всех госслужб по поводу оформления приюта, и их там запомнили. Пообещали помочь при первой возможности. Как ни странно, поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных людей. В общем, считаем, что пора начать заниматься своей защитой. На следующий день женщина попыталась попасть в прокуратуру. Нужно продолжать защиту хвостиков. Волонтер в этот день сделал очередную закупку. В этот же день было немного позитивчика из приюта. Исполнилось 5 месяцев нашему Борюсе Толстому. Есть у него еще 5 братиков, все они уже по домам. Очень много было претендентов. Он отличный пацан, хотя первые 1,5 месяца жизни он каждый день давал нам жару. Чем только он не переболел. Сейчас здоровее здоровых и весил уже 18 килограмм в 5 своих месяцев. Сейчас единственная его проблема – кусает все, что попадется на глаза, даже хозяйку за руку просто мертвой хваткой. Пока обучению этому не поддается, страдают от него все, а выкормила всю ораву приютская Дези, ни разу не родившая, так что чужих детей, как говорится, не бывает.